Вот он, новый живописный реализм в двух измерениях. Вот я пытался изобразить тут пиксели. Точнее, даже это не пиксели, а зерна, что на старых фотографиях, зерна. При дневном свете, наверное, это было бы еще сильнее видать. Поэтому у меня написана целая книга, называется она «От машины к мольберту». То есть то, что раньше делали при помощи компьютера, видеоигра, я ее рисую своими собственными руками. Вот. Сам рисую, сам снимаю, сам выкладываю на YouTube. Художники аккуратные, все пишу аккуратно. Каждый пиксель, вот надо будет тут чуть-чуть подровнять будет. Просто фактуру такую делать довольно как бы тяжело, все руками. Чтобы не завязала краска, я скотчем так вот приклеил. Рабочие кадры, рабочий материал. Наш мальчик с расом в двух измерениях, о котором писал Казимир Малевич, и которого нарисовал Казимир Малевич. Вот он ожил в компьютерной видеоигре. Спустя более 50 лет. Так что Малевич предугадал цифровую эру, компьютерную, новую реальность. Что новая реальность перейдет, и искусство перейдет уже не в живую, а в цифровую. То есть искусство будет уже в цифровом варианте, а не в жизни, так сказать. Вот недавно в Эрмитаже прошла конференция в феврале 2021 года, как раз таки искусственному интеллекту и новых технологий. Вот я еще в 2016 году начал все эти вещи, еще 16-й год. И вот сейчас я их изменил. Хотел пиксели сделать, но в итоге сделал так. Ну а пиксели оставил тут. Цикл мой «От машины к мольберту» начат, это все начато в 16-м году. Mm-hmm.
Стали как группа Чумали, превзошли на минимум 10 лет музыку. Даже, я бы сказал, на все 40, 30, 20, 40 лет. Так же, как мы молились. Вот он, супрематизм. Эти ветра четырех лет, на это супрематизм. Вот он, новый живописный реализм в двух измерениях. Чувствуете, как играет пиксели? А на солнце это будет в дневном свете еще мощнее видать. Вот эти зерна, как на телевизоре. Я передал движение живого экрана на холсте. Потом вот. Наш следующий цикл. Это буду чуть менять. Тор, это все 16-го года. Фактура вот.
фактура здесь пиксельная. При дневном свете не очень видать, но вот они, квадратики эти пошли на холсте, вот как на экране. Это в 1968 году Ральф Байер издал свою первую, ставшую потом многотиражную видеоигру под названием Brown Box, коричневая коробка. И игра эта называлась Пинг-понг. А вот пиксели пошли, вот они, видите, вот пиксели. И вот я ее изобразил, так как это то, о чем писал Малевич. Вот он, мальчик с трансом в двух измерениях. Вот он же крестьянка в двух измерениях. То есть такая же квадратная крестьянка. Ральф Байер не мог вынуть из компьютера все эти, знаете, текстуры. И единственное, что он мог сделать, такие белые квадраты. То есть это все теннисисты. Ишь, и мячик. Вот теннисисты супрематические. Вот пиксели. Ну, такую музыку сделать помощнее. Хвали, ура! Шестнадцатый год, все 16 дел. Сейчас 21 год, я чуть-чуть улучшаю, меняю чуть-чуть. Вот пиксельная фактура.